Встреча с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. На прошедшей встрече Путина с министром здравоохранения во главу угла были поставлены темы демографии и здоровья, онкология. За последние два года смертность от этой напасти в России среди взрослых снизилась на 4,5%. Наши ученые разработали препараты. Чем интересны эти препараты? При определенных видах онкологических заболеваний дают хороший эффект. И при третьей, четвертой стадии, когда другая терапия уже не работает, это инновация, которая сегодня уже пришла в практическую медицину в Москве и в Санкт-Петербурге. Такие два центра начали работать. Сейчас мы это ставим в тираж. Что касается улучшения ситуации в первичном звене, то работы еще очень много. Например, когда речь шла о медицине на селе, то выяснилось, что ввели в эксплуатацию новых 3500 фельдшерско-акушерских пунктов, а нужно было 6500. Решаются вопросы с открытием аптек на селе. На сегодня все ФАПы, где нет аптеки на селе, получили лицензии для торговли лекарствами.